Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro официально представлены в Европе по рекордно высокой цене за всю историю существования компании. Перед выходом на другой рынок было неясно, покажут ли модель 10 Pro, либо сделают ее эксклюзивной для Китая. Европейские цены совсем не радуют, они значительно выше, чем цены в Китае. Xiaomi Mi 10 в базовой версии памяти 8/128, смартфон стоит 799 евро. Xiaomi Mi 10 Pro в базе это 8/256, он предлагается за 999 евро. За оформление предзаказа покупатели получат вместе со смартфонами фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 и также беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2. Насчет Mi Band 3 это конкретное жлобство. Модели конкурентов Huawei P40 и P40 Pro на сегодняшний день стоят столько же. Xiaomi не были бы собой, если бы не протроллили Huawei отсутствием Google сервисов. На коробке новинок будет написано следующее. Смартфон предоставляет легкий доступ к наиболее часто используемыми вами приложениями Google. Без предзаказа смартфона можно будет купить 22 апреля. За день до выхода смартфонов линейки Huawei Nova 7.